Завтра, 28 ноября, с первого российского гражданского космодрома «Восточный» запланирован запуск ракеты-носителя «Союз-2-1Б». Пуск состоится в 14:41 по местному времени. Траектория выхода на орбиту идентична первому запуску. Соответственно, сброс головного обтекателя и второй ступени «Союза» произойдут над территорией республики через 4,5 минут соответственно. В зонах падения отделяющихся частей ракеты-носителя, это Алданский и Вилюйский районы, уже работают специалисты. Они развернули базовые лагеря, установили радары наблюдения и ведут подготовительные работы. Кроме этого, запланированы послепусковые и экологические обследования, поиск и эвакуация отделяющихся частей. Так, в прошлом году мы использовали локатор датский, сейчас мы будем использовать наш чисто российский локатор. Помимо этого, для обнаружения упавших фрагментов будут использованы беспилотные летательные аппараты. Напомним, что основной полезной нагрузкой ракеты станет космический аппарат «Метеор-М», который войдет в состав космического комплекса гидрометеорологического и океанографического обеспечения. Также на декабрь этого года с космодрома предварительно намечен еще один пуск ракеты с двумя российскими спутниками мониторинга чрезвычайных ситуаций. Ну а в связи с запуском ракеты в Амурской области сегодня введут режим повышенной готовности. Безопасность будут обеспечивать около 400 человек, а также 85 единиц техники, в том числе 4 вертолета. В задачи специалистов входит оповещение населения в пределах района падения, предстартовый облет с эвакуацией охотников и прочих лиц, находящихся в районах падения, предпусковое экологическое обследование и документирование.